У Валерия Щеголихина амбициозная и вполне осуществимая спортивная мечта. Молодой человек в будущем хочет стать частью одного из самых сильных баскетбольных клубов страны – ЦСКА. К своей мечте Валерий двигается довольно успешно. В 10 классе играл на свой год дублеры. В 11 классе у меня закончились мои соревнования по моему возрасту, я начал играть за мужчин. Матч с командой градообразующего предприятия «Полет» для Валерии и его команды начался удачно. Ребята стали забивать с первых минут. В какой-то момент табло показывало разницу в счете в 10 очков. Обе команды были настроены на победу. Одни брали опытом, другие – скоростью и энергией. Чтобы играть за первое, второе, третье, четвертое место, надо попасть в четверку. Мы сейчас занимаем 5-е место. А вот эта команда вроде как 3-я или даже 2-я, не помню. Они тоже, короче, входят в 4-ку, и нам их нужно выигрывать. О своих соперников Валерий отзывается очень уважительно. «Полет» — команда опытная и сыгранная. Первая встреча с ними для команды «Дюш» закончилась хоть и не разгромным, но все же поражением. Первая четверть показала, что «Дюш» настроен на победу, вот. Но «Полет» — опытная команда, подтянулась. И я думаю, борьба будет каждую четверть до конца игры. Борьба для обеих команд получилась очень напряженной. До последних секунд было непонятно, кто же возьмет верх. Но все же опыт команды «Полет» сыграл решающую роль. С минимальным перевесом матч закончился в их пользу. Второй круг чемпионата только начался, поэтому у команды «Дюш» есть все шансы побороться за золотые награды. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».